Доброе утро, наши большие и маленькие телезрители. Привет, а? Санек. Видал. Это кто у тебя такой? Я не знаю, вот об этом мы сейчас и поговорим с Анастасией Печерских, старшим научным сотрудником музейного центра «Гамаюн». Ты же помнишь? У нас же ведь фестиваль. Фестиваль «Время открытий» с 22 по 6. Точно. Это из «Гамаюна» прям? Это из «Гамаюна». Настя, здравствуйте. Вот мы уже анонсировали о том, что фестиваль вот этот замечательный, 12 музеев Екатеринбурга проводят «Время открытий». В «Гамаюне» что будет интересного? А в «Гамаюне» будет квест. Так. И главный герой этого квеста будет наш домовой, который живет у нас в музее, Федор Кузьмич. Ух ты. А наш Кузьмич не домовой? Не, наш домовой. А, он наш с тобой домовой личный. Так, и что? Вот это что за экспонаты? Расскажите нам, пожалуйста. Это экспонаты непростые, это шаманы. Причем, посмотрите внимательно, шаманы наши в разных позах. Так, да. Ну почему? Вы знаете, что шаман вообще в переводе обозначает человек знающий. Я не знал. Он общается с разными мирами. Так. И вот наши шаманы, три шамана, которые вы здесь видите, они взаимодействуют с тремя мирами сразу. Ого! Да. Как этого шамана зовут? Вот этот шаман, который воздел руки к небу, так. Он заряжается энергией космоса. Ага, понятно. И вы знаете, мы даже с посетителями, которые к нам приходят в музей, проводим шаманскую зарядку. Слушай, ну, Капа, уже пора идти. Расскажите. Да, так. Ну, вот как раз... По позам. Люди смотрят, на экспонаты и делают так же, как шаманы. А это шаман чем занимается, который сидит? Сначала мы поднимаем руки и питаемся энергией космоса. Питайся, Капа, подними. Я питаюсь. Все, молодец. Вот этот шаман делает вот такие вот движения. Волнообразные. Они символизируют воду. Воду. То есть все, что связано с энергией воды... Наши шаманы. Я так понимаю, что вот этот шаман просто на пляже возле воды лежит, отдыхает. Это землянка. Ну, можно так сказать. Этот шаман берет энергию... Земли. Земли, да. Ага. Подземного мира. А есть имена у этих шаманов или нет? А есть летучий шаман? Летучий шаман – это ты, Капа. Ну, ладно. Нет, к сожалению, имен автор не придумал, а автор этих игрушек – Зыков Николай Федорович. Слушайте, так ведь вы... Вот я вам сейчас подскажу, вы во время квеста можете вместе с ребятами придумывать имена этим шаманам. Классно же. Итак, к вам, значит, приходят, значит, детишки от 5 до 12 лет с путеводителем. Их встречает домовой Федор Кузьмич. И все на шаманскую зарядку. Это все в музейном центре «Гамаюн», друзья. Слушайте, ну очень здорово. Класс. Настя, спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Я думаю, что ваши экспозиции будут пользоваться особой популярностью. Ну мы-то с Саней пойдем, что, пошаманим. Конечно. Всем пока-пока. Пока-пока.